дать им значит, кредит в 1 000 000 рублей и посмотреть, вернут ли они эти деньги через хотя бы 3 года. Они предпочитают трудоустраиваться в госбанке и госкомпаниями. Если мы хотим победить коррупцию, потому что главный контраргумент, который нам высказывают вот эти ультралибералы, сидящие на государственных деньгах, заключается в том, что нельзя давать дешевые кредиты, потому что все разворуют, деньги не вернутся, это приведет к инфляции. Действительно, есть правда в том, что если все разворуют, то действительно будет инфляция. Потому что мы говорим о том, что деньги нужно целевым образом доводить до производственной сферы, контролировать их движение, формировать вместе с бизнесом индикативные планы, где бизнес отвечает за рост производства, модернизацию, создание рабочих мест, а государство обеспечивает бизнес стабильной макроэкономикой и дешевым кредитом. И каждый отвечает за свою часть. Если бизнес не будет выполнять эти обещания, как действительно имело место с нашими коммерческими банками, некоторых до сих пор ловят за границей, которые утащили деньги тогда, которые Центральный банк напечатал действительно специально для антикризисной программы, то, конечно, будет инфляция, будет давление на курс, курс будет скакать, потому что государственные же деньги будут использоваться против самого же государства. Поэтому сейчас реализуется. Поэтому для того, чтобы не разворовали, воровство у нас сопряжено с офшорами и с перечислением денег за рубеж. Потому что этот пузырь на московской бирже, он ведь, для налоговой службы это теневая зона. Там сплошные убытки якобы. А на самом деле через цепочку притворных сделок деньги перегоняются в офшоры. Так вот, для того, чтобы защитить нашу систему от воровства, очень простой способ. Возьмите список людей, которые внесены в санкции США и Евросоюза. Этим людям запрещено иметь там счета, собственность, недвижимость, все будет арестовано моментально. И вот только тех людей, которые включены в санкционный список, допускайте к государственным деньгам. Они точно ничего не украдут, потому что они вывести не смогут, а здесь они под контролем. Кстати, вот такая яркая иллюстрация для зрителей программы «Реальное время» – это средний размер взятки. Несмотря на кризис, Сергеевич, все растет. В Подмосковье 114 тысяч теперь средняя взятка. В Москве средняя взятка, держитесь, 654 тысячи. Официальные документы, официальные данные. А мы говорим о кризисе. Я хочу, чтобы вы немного прокомментировали. Вы знаете, это очень просто ведь с этим бороться. А давайте мы примем решение о том, что если у человека вымогает взятку, и он сообщает об этом правоохранительным органам, то он автоматически получает от государства ту услугу, ради которой у него вымогают взятку. И тогда не будет смысла давать взятки. По крайней мере, это первый шаг, который позволит нивелировать эту проблему. С коррупцией без широкого участия общественности бороться невозможно. Коррупция порождается безответственностью, а безответственность – бесконтрольностью. Если мы привлечем общественность через такого рода условия к борьбе с коррупцией, я вас уверяю, что скоро коррупция исчезнет. Я хочу, чтобы вы все-таки прокомментировали ситуацию на банковском рынке. Я не понимаю, это что за новые схемы, когда сотни миллиардов теперь идут на погашение обязательств ушедших банковских учреждений. Как? Вот официальное заявление АСВ. 550 миллиардов рублей украли банкиры, 80% криминальные схемы. Как Банк России это мог не заметить? Ведь ежедневный банковский баланс никто не отменял. Вы знаете, насчет криминальных схем, это, во-первых, дело суда. Так, для начала. Сначала суд должен доказать, установить, что кто-то что-то украл. Я могу сказать, что в ситуации, когда сегодня процентные ставки запредельные, и предприятия, которые сделали раньше инвестицию, взяв деньги в кредит, не могут сегодня их вернуть, потому что цена на импортное оборудование из-за падения курса рубля подскочила в 3 раза, они не закладывали это дело, они банкротятся и тянут вниз банки. Угу. Поэтому все эти банки, которые не имеют устойчивого рефинансирования, либо от государства, значит, это крупнейшие наши госбанки, либо от заграницы, это крупнейшие частные банки, они в очень сложном положении. Их клиентура на грани банкротства, а некоторые вообще банкротились. Поэтому большинство коммерческих банков сегодня объективно макроэкономическими условиями поставлено в тяжелейшее положение. Поэтому, когда у банков отбирают лицензию и при этом одновременно возбуждают уголовные дела против их руководителей, у меня возникает вопрос. Ведь для того, чтобы доказать состав преступления, нужно серьезно поработать. А тут вдруг раз, действительно, вы правы, значит, получается так, что 10 лет там, менеджмент банка занимался воровством.
Никто на это не обращал внимания. И тут вдруг осенило, да, вот какие жулики сидят.